Эдуард Осадов. Добрый принц, читает Павел Беседин. Ты веришь? Ты ищешь любви большой, сверкающей, как родник, любви настоящей, любви такой, как в строчках любимых книг. Когда повисает вокруг тишина и в комнате полутемно, ты часто любишь сидеть одна, молчать и смотреть в окно. Молчать и видеть, как в синей дали, за звездами, за морями плывут навстречу тебе корабли под алыми парусами. То рыцарь Айвенга, врагов рубя, мчится под топот конский, а то приглашает на вальс тебя печальный Андрей Болконский. Вот шпагой клянется Д'Артаньян, влюбленный в тебя навеки, а вот преподносит тебе тюльпан, пылкий Ромео Монтекки. Проносится множество глаз и лиц, улыбки, одежды, краски. Вот видишь, красивый и добрый принц выходит к тебе из сказки. Сейчас он с улыбкой наденет тебе волшебный браслет на запястье. И с этой минуты в его судьбе ты станешь судьбой и счастьем. Когда повисает вокруг тишина и в комнате полутемно, ты часто любишь сидеть одна, молчать и смотреть в окно. Слышны далекие голоса, плывут корабли во мгле, а все-таки алые паруса бывают и на земле, и, может быть, возле судьбы твоей, где-нибудь рядом, здесь, есть гордый, хотя неприметный грей, и принц настоящий есть. И хоть он не с книжных сойдет страниц, взгляни, обернись вокруг, пусть скромный, но очень хороший друг, самый простой, но надежный друг, может, и есть тот принц.